всегда дольше всего тянутся последние секунды перед стартовым свистком. Вот и мы на стадионе. Команда сегодня будет играть с соперником, как кошка с мышкой. Заберут мяч себе и будут его приспокойненько катать вдоль штрафной. Есть мнение, Георгий, что владение ради владения – это антифутбол. Но пара стремительных обостряющих передач с легкостью дискредитирует эту точку зрения. Решили они сегодня... Как всегда, дольше всего тянутся последние секунды перед стартовым свистком. Вот и мы на стадионе. Команда сегодня будет играть с соперником, как кошка с мышкой. Заберут мяч себе и будут его приспокойненько катать вдоль штрафной. Есть мнение, Георгий, что владение ради владения – это антифутбол. Но пара стремительных обостряющих передач с легкостью дискредитирует эту точку зрения. Решили они сегодня... Как всегда, дольше всего тянутся последние секунды перед стартовым свистком. Вот и мы на стадионе. Команда сегодня будет играть с соперником, как кошка с мышкой. Заберут мяч себе и будут его приспокойненько катать вдоль штрафной. Есть мнение, Георгий, что владение ради владения – это антифутбол. Но пара стремительных обостряющих передач с легкостью дискредитирует эту точку зрения. Решили они сегодня... Как всегда, дольше всего тянутся последние секунды перед стартовым свистком. Вот и мы на стадионе. Команда сегодня будет играть с соперником, как кошка с мышкой. Заберут мяч себе и будут его приспокойненько катать вдоль штрафной. Есть мнение, Георгий, что владение ради владения – это антифутбол. Но пара стремительных обостряющих передач с легкостью дискредитирует эту точку зрения. Решили они сегодня... Как всегда, дольше всего тянутся последние секунды перед стартовым свистком. Вот и мы на стадионе. Команда сегодня будет играть с соперником, как кошка с мышкой. Заберут мяч себе и будут его приспокойненько катать вдоль штрафной. Есть мнение, Георгий, что владение ради владения – это антифутбол. Но пара стремительных обостряющих передач с легкостью дискредитирует эту точку зрения. Решили они сегодня, которые этот прессинг открывает. Посмотрим, как все сложится в этом матче. Ну, это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. Эль-Нени. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Рауль Хименес. Отличный отбор, но кому достанется мяч?